Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас мы с вами сделаем совместное путешествие по каталогу Oriflame номер 11. Процесс будет долгий, потому что я вам не только буду листать странички каталога, я буду показывать продукцию, которая у меня есть, которой я пользуюсь, и поэтому сразу вам скажу лайфхак. Вы можете нажать на шестеренку, которая находится в нижнем правом углу под видео в ролике прям самом, и выбрать скорость воспроизведения, то есть увеличить ее на 1.25 или в полтора раза, настолько, насколько вам будет комфортно слушать меня. Таким образом вы сэкономите немножечко время. Итак, давайте приступать, и я вам всем желаю приятного просмотра. 11 каталог начнет свое действие с 3 августа и закончится 22 августа 2020 года. Итак, очень красивая обложка, глянцевая, с ароматами. Я думаю, что ароматы будут акцентами в этом каталоге. Я вам, кстати, несколько из них покажу. И первую страничку у нас сразу открывает мужская туалетная вода Мистер Джордани Аква. Аромат такой водно-древесный, прохладный. Очень интересный аромат. Я заказала пробник, чтобы продегустировать его. Пробники приходят в красивых таких открыточках. Это потрясающий подарок для клиентов, чтобы они могли продегустировать аромат и сделать свой выбор. Аромат мне понравился, он действительно такой вкусный. Что-то он мне напоминает из предыдущих ароматов Oriflame, но что именно, не могу сказать, надо смотреть все-таки по составу, но аромат действительно очень интересный, поэтому я рекомендую. И самое главное, что в этом каталоге нас ждет с вами акция. При заказе мужского аромата вы можете взять женский аромат Miss Giordani Intense с огромной скидкой, всего за 499 рублей. Аромат потрясающий, он очень вкусный, он интересный, изысканный. Это цветочно-фруктовый древесный аромат, и они будут, я думаю, друг с другом классно сочетаться, поэтому я думаю, хорошую парочку подобрали. Я люблю, когда подбирают такие ароматы, которые друг друга будут дополнять. Классное предложение, обращайте внимание ваших клиентов на это предложение. Всегда смотрите на страничку, где у нас идет набор за 69 рублей, указывайте в заказе код набора 129 450. Что в этот раз нам предлагают попробовать? Ну, во-первых, новый каталог приходит за 69 рублей, все вместе. Пробник матирующий, тональная основа On Color в оттенке фарфоровый, пробник дневного крема с лифтинг-эффектом и SPF 15 Novage, и пробник парфюмерной воды Valeré Moments. Это будет новинка. Смотрите, Valeré у нас выпускает новый аромат с нотами грасской розы, османтуса и ириса. Кстати, ароматы Valeré, они всегда стойкие, всегда интересные, классно раскрываются, и у них невероятный дизайн флакона. Далее нас ждет прекрасное предложение, роскошное просто предложение, когда мы можем маленькие ароматы в размере 8 миллилитров приобретать, ну, по доступной цене, я так это называю, 299 рублей. Просто если сравнивать флакон, например, Giordani Gold Essenza стоит примерно 1500 со скидкой, 50 миллилитров, мы считаем, да, если разделить 1500 на 299, то получается сколько раз? По-моему, 5 раз, да? Не знаю точно. Вот, ну, смотрите, достаточно выгодное предложение. Маленький, удобный флакончик, который можно взять с собой в сумочку, бросить. Можно распробовать аромат и потом заказать оригинал, если понравился. Или если очень хочется классного аромата, но нет возможности выложить кругленькую сумму, то мы предлагаем людям такой вот маленький дизайн. И что самое классное, то что очень удобный формат для того, чтобы носить с собой в сумочке. И, конечно же, все эти маленькие ароматы, они приходят в коробочках, у них чудесный распылитель, хватает надолго, несмотря на то, что объем маленький, мне хватает надолго такого аромата. И вот здесь представлены три аромата, я могу сказать, что это прям мои любимчики, вот все три мои любимчики. Поэтому берите смело, рекомендуйте, вдохновляйте своих клиентов на такие вот приятные покупки. Далее два женских аромата серии Women's Collection. Один Mysterial Oud, он более такой тяжелый, женственный, я думаю, он больше подходит для взрослых женщин или кто любит ароматы такие вот восточные. А второй аромат Jasmine, у меня даже он есть,
Кстати, у меня был такой аромат первый, я его отдала маме, вот он ей идеально подошел, а мне больше подходит сенсуал жасмин, он невероятно классный, потому что здесь ланды, жасмин, белый мускус, аромат не тяжелый, несмотря на то, что такой состав, и кажется, что будут цветы такие громкие и да, подавляющие, может быть даже, на самом деле он один из таких приятнейших ароматов, и в такой ценовой категории я считаю, что это супер вариант, потому что он еще и достаточно стойкий, поэтому тоже обратите внимание на этот необыкновенный аромат. Далее мужские ароматы, я рассказывать про них много не буду, на одном заострю внимание, это туалетная вода Bizze Wild Legend, это Mission аромат, я его просто обожаю, это какой-то вот просто аромат находка, потому что мне нравится объем 75 миллилитров, цена прелесть 799 рублей, но он такой стойкий, он такой вкусный, он сексуальный, в нем нет такой вот как бы легкости, слишком легкой или тяжести, как-то взрослости или юношества, он настолько вот уникальный, мне кажется, подойдет для любого мужчины, который ну вот просто хочет нравится женщинам. Ну, я обожаю Мишу с этим ароматом, и без него, конечно, тоже, но этот аромат классный. И флакон, он такой прям интересненький флакон, чуть-чуть, правда, обтерлись вот краешки, но здесь, наверное, чуть меньше половины. Миша им пользуется с удовольствием, потому что он и мне тоже очень нравится. Так, далее, шикарный аромат Eclafemme Weekend, он такой пудровый, мне кажется, хотя здесь не написано, он точно пудровый, и он шлейфный, и он оставляет такой приятный шлейф, потрясающий послевкусие. У меня этот аромат был несколько раз, я от него просто балдею. Роскошный Love Potion, это страсть, сексуальность, это аромат шоколада, ваниль, это восточно-фруктовый, но в то же время он легкий, он не будет слишком тяжелым, по крайней мере на мой вкус, мне кажется, он не такой уж прям, например, если сравнивать Giordani Original, он для меня очень тяжелый, вот если, чтобы вы понимали, что для меня тяжелое, что легкое. Так вот, этот аромат мне очень нравится, я и маме такой подарила, она в восторге. Позас, тоже сексуальный аромат, очень вкусный, очень желанный, он вызывающий, он такой прям дерзкий, женственный, то есть это вот такое сочетание шикарное, и если вы начинаете им пользоваться, то хочется его использовать раз за разом, то есть у меня клиенты, кто его попробовал, постоянно перезаказывают, буквально вчера отнесла очередной флакончик, в прошлом каталоге клиентка заказала, он, кстати, был тоже со скидкой, и вот вчера только отнесла. Так, тут тоже Позас, роскошная коллекция Позас, и мужские, и женские ароматы, мне все нравятся. Уход за лицом, вы знаете, классно, когда вкусный аромат от человека, но очень важно также ухаживать за кожей, потому что аромат мы можем менять, то один, то другой, кожу мы поменять не можем, и либо мы за ней ухаживаем тщательно день за днем и получаем благодарный результат, либо мы, да, как бы потом в панике думаем, а что такое, что делать с лицом. Так вот, я делаю с лицом абсолютно все, вот что возможно, маски тканевые, маски питательные, маски сауна, маска пленка, маска такая, маска такая, то есть я все это люблю, я пробую постоянно. Вот, кстати, на днях мы делали с дочкой вот такую маску, только мы делали с какао, а здесь ее как раз и нет, да, здесь не представлено, но эти масочки, они очень большие, за один раз, например, для меня много, и поэтому я вот люблю, я с дочкой договариваюсь всегда, говорю, сделаем сегодня масочку, она такая, сделаем, или она, ой, я уже сделала, ну хорошо, давай завтра. Здесь нас ждет потрясающая новинка, слушайте, хочется сказать, ну наконец-то, потому что я давно знаю, что есть такой продукт, маска-скраб для губ, сахарная, сахарная, еще и с мятом и лаймом, я очень ее хочу, я обязательно закажу, здесь 15 миллилитров, но так как у нас губки не такие уж и большие, ну правда у кого-то больше, у кого-то меньше, ну расход у нее будет однозначно небольшой,
Ее можно носить и как маску на 15 минут и смывать, или как скраб наносить массажными движениями и смывать. А у меня, кстати, есть еще такой напалечник силиконовый, очень классные у него ворсинки. Я с ним делаю иногда массаж губам, и я попробую использовать с этим скрабом. Думаю, будет просто идеальный вариант. Кстати, почему-то его не вижу в каталоге. Неужели этот напалечник сняли? Расскажу вам про волосы. Волосы требуют тоже от особо тщательного ухода, как и кожа, как и все наше тело, потому что волосы больше всего подвергаются стрессу. И вот этот продукт, который я держу в руках, это масло для сухих волос, пшеницы и кокос. Его нужно погрузить в стакан с горячей водой, вымыть голову и или нанести на сухие волосы по всей длине, сделать обертывание, либо я делаю на влажные. То есть и так маска работает. Но вот в каталоге нам рекомендуют на сухие волосы нанести, сделать обертывание и потом только уже смывать. Продукт работает круто на 100%. Я прям вам рекомендую, попробуйте, особенно у кого длинные волосы, кто делает окрашивание, милирование, то есть кончики сухие, их надо восстановить. Вот, пожалуйста, это классное средство для восстановления волос. И маски в пакетиках, потрясающие маски, все три шикарные. Любимая моя с манго, она для окрашенных волос специально, как будто для меня придумана, я создана, вот так скажем. И я, кстати, затарилась этими масками, я взяла себе более 20 штук, по-моему, было 25, и я их реально никому не раздариваю, не раздаю, не уговариваю, купите, попробуйте. Я как хомяк сижу на этих масках и все время боюсь, что их снимут с производства, но они опять появляются. Надеюсь, они у нас останутся в каталоге навсегда. А еще больше мне хочется, чтобы эти маски сделали в большом объеме в банках, чтобы были доступнее по цене и как бы, ну и доступнее по цене. Вот как ей пользоваться? Ну, как обычная маска, но ее здесь много. Вот смотрите, я беру пакет, и то здесь прям вот огромная горсть. То есть если я вот вложу в ладонь, то у меня этой маски много, и мне ее хватает на два раза на мои волосы. Они у меня достаточно длинные, ниже лопаток, и не жидкие точно, густые, достаточно густые. Вот напополам делю, делаю два раза, супер эффект от маски, просто полный восторг. Поэтому балуйте свои волосы, они будут вам благодарны. Тут у нас масочки разнообразные. Конечно, маску пленку я все время рекомендую, я ее просто обожаю. Новая маска Detox я еще не пробовала, я ее только получу буквально в конце недели, попробую. У нас ее не было на складе, когда я делала первый заказ по 10-му каталогу, зато я уже опробовала патчи и заказала себе их достаточно много в запас. Хотя я не могу сказать, что это дешевый доступный продукт, нет, на мой взгляд, это дорого, это слишком круто упаковано, зачем-то так много всего и такая упаковка, внутри пластик, и конечно это приятно, но хотелось бы, чтобы это было более доступно. Это мое такое пожелание компании. Но патчи очень крутые, мне понравились, я вижу от них супер классный эффект, поэтому буду брать, несмотря на то, что это дорого. Я для себя так решила, что коже нужно баловать, и так как я не хожу к косметологам, я могу себе позволить потратить деньги в каталоге, все равно у нас огромная скидка и получается все намного доступнее. Следующий продукт, который я вам похвалю, это маска с глиной. Вот у меня уже заканчивается первая баночка, используем всей семьей. У нас есть на канале обзор, как мы с Мишей вдвоем делаем эту маску. Слушайте, она просто потрясающая, я впервые встретила глиняную маску, которая не сохнет на коже. Я ее держу 10 минут, 12, она не высыхает, и ее, конечно, тяжело смывать просто водой. Ее лучше всего смывать, используя такие спонжи желтые или спонж коньяку, иначе, конечно, все маски, особенно с глиной, они крепко держатся на коже, и их не так-то просто смыть. Маска супер, она заметно осветляет кожу, она заметно очищает поры, поры становятся микроскопические, чистенькие. Слушайте, лицо просто омолаживается на глазах, и это кайф. То есть маска и увлажняет, то есть я чувствую увлажнение кожи, и она ее круто очень
очищает. И тут, видите, написано, и освежает еще. Ой, ну вообще, такие показания классные. Читайте всегда внимательно описание, чтобы подобрать себе самый лучший продукт. Маска ночная. Вот могу петь оды этой маске. У меня это уже, наверное, 4-я банка, может быть, 5-я. Просто когда у меня заканчивается баночка, я беру следующую. Это еще у меня в процессе использования, а у меня уже стоит новая, поэтому в этот раз заказывать не буду. Видите, она у меня еще не сильно использована. И как я ей пользуюсь? На ночь, когда я знаю, что завтра мне нужно круто выглядеть, а я какая-то уставшая или мы поздно слишком легли, я заранее наношу маску. Я, кстати, рекомендую такую силиконовую лопаточку. Я ее как-то раньше недооценивала, а потом поняла, что это очень крутая штука, и зря я ее раньше не взяла. Ей настолько удобно носить маски вот везде, вот где вот эти крылья носа, везде ее разнести ровненьким плотным слоем не получается пальцами так классно, как вот этой штукой. Это супер. Я даже маску-пленку наношу этой лопаточкой. Она невероятно крутая, легко потом помыть, и она сохраняется уже вот несколько, года два она у меня точно уже. Она все такая беленькая, чистенькая, классная, очень удобная. Вот. А эту маску рекомендую. Она просто как палочка-выручалочка спасает меня для того, чтобы я для вас всегда была красивой, свежей. Ну и не только для вас, а и для всех окружающих. Так, забыла взять питательную маску. У меня она есть, и там уже такой подыхающий тюбик, потому что я ее всю практически использовала. Тоже стоит уже новый, закупила заранее. Потрясающий продукт, крутой. Наношу на ночь. Вот тут написано как маску, а я наношу только на ночь как крем, но жирненький. Таким слоем питательным, и утром руки восстанавливаются. Вот сейчас вот у меня за день руки иссохли, то есть кожа прям вот сухая-сухая. Стоит нанести эту маску на ночь, утром я стану с молодой юной кожей на руках. А это, кстати, очень важно. Далее, маска сауна. Это самая прикольная маска после маски пленки, наверное. И это одна из тех масок, которых я делаю чаще всего. Она с маслами, и когда ее наносишь на кожу, сначала так горячо становится, как будто я прям реально зашла в сауну. У меня просто так, вот так вот дух захватывает, и я в восторге. И когда ее смываю, ощущение мягкости, напитанности, кожа такая сытенькая становится, вся сияет. Ну вот просто кайф. Я взяла еще две штуки уже заранее. Я всегда боюсь, что когда что-то выходит такое вот классно, что это снимут с производства. Вот, пожалуйста, господа, кто организует вот все это для нас красоту, не снимайте с производства эту маску. Я ее просто обожаю. Далее у нас идет пудра-бронзер, которая меня просто повергла в шок. Давайте рассмотрим сначала упаковку. Она, как обычно в серии Giordani, черная с золотом. А внутри у нас зеркало отсутствует, и есть потрясающая пудра. Смотрите, что она делает. Вы видите? Это легкий блеск, легкое-легкое сияние. Это не похоже на хайлайтер, потому что на лице это, ну, оно есть. То есть я и здесь вижу, как оно сияет, на пальце это тоже видно. На лице это не такое прям сияние, но более деликатное. Потрясающе ухоженная кожа в итоге получается. Она как будто бы подзагорелая слегка, то есть мой оттенок светлый, песочный. Я на бронзовый не решаюсь, мне кажется, он для меня не нужен, он будет темнить меня, потому что у меня кожа светлая с синим подтоном, холодный, то есть тон, и я не хочу ее, как бы, чтобы был слишком высокий контраст. Я балдею от этой пудры. Я ее когда получила, то есть начала пользоваться, и все, я просто влюблена, не могу остановиться. Не скажу, что она вкусно пахнет, нет, нет такого приятного аромата, обычный, ни о чем не говорящий аромат, но пудра просто офигенная, вот буду так вот грубо говорить, чтобы было понятно. Так, далее румяна в шариках. У меня оттенок естественное сияние. У меня они уже года 2-3, уже пора бы поменять, да, но они нескончаемые. Они очень крутые, я их просто кистью набираю, и получается самый то, что нужен для моей светленькой кожи тон. Зимой и летом всегда будет шикарно, не перебор, нет ничего лишнего, нет грубой границы между румянами и кожей, то есть настолько она вливается. Вот
карандаш-подводка для глаз, каллиграфия Giordani Gold, хороший продукт, но помните, что у него своеобразный кончик, то есть он достаточно широкий, скошенный, и к нему надо приспособиться. У меня был такой карандаш, но повторно я заказывать не стала, потому что я больше люблю длинные тонкие подводки, тоже серии Giordani Gold, обожаю подводку. Так, далее, объемная основа под тушь. Вот я ей уже не пользуюсь, объясню почему. Видите, она у меня уже грязненькая стала, засорилась. И из-за того, что я тенями крашусь, а потом тушью, она, естественно, стала пачкаться. И я ей не пользуюсь с целью безопасности для глаз. Даже тушью рекомендуют пользоваться 2, максимум 3 месяца и менять. А это уже оставила просто, чтобы показывать. И я говорю, что это продукт отличный, он действительно работает, делает ресницы сразу более густые, длинные, и на них уже легче ложится тушь, и эффект получается круче, чем просто сразу тушь без базы. Поэтому базу, если думаете, брать или не брать, конечно, возьмите, потому что она хорошая. Так, дальше, что еще показать, рассказать? Карандаш для бровей, конечно, да, обожаю этот карандаш. У меня, видите, уже он заканчивается, ну как, еще надолго все равно хватит. Он был бесконечно огромный, то есть там у него очень большой грифель. Что мне нравится, то что здесь есть с одной стороны вот такая щеточка, удобная для того, чтобы расчесать брови до нанесения карандаша, и когда я наношу, я после тоже расчесываю, чтобы распределить более равномерно пигмент. Крутой просто продукт, очень крутой, очень удобный. Я им частенько пользуюсь, в основном им и пользуюсь, или беру тени для бровей, или этот карандаш, чередую, потому что надоедает однообразие, хочется чего-то другого, поэтому я беру вот этот карандаш, вот такой он. То есть мы рисуем бровки, потом щеточкой это все стушевываем, получается очень крутой эффект. Я вам показала сейчас оттенок каштановый, тот, который представлен в каталоге. Так, далее карандаш для глаз, у меня есть оттенок кофейный. Я хочу сказать, что карандаши действительно гигантские, чтобы вы понимали, что они стоят этих денег, потому что они очень большие и их надолго хватит. Потрясающий цвет, смотрите, он хороший, коричневый такой, глубокий, в нем нет режины, он не в красноту, то есть он вот такой, как вот мы понимаем слово коричневый, то есть приятный, спокойный коричневый оттенок, сепия. Вот, суперский карандаш, по качеству мне он тоже очень нравится. Карандаши для губ у меня есть все три, но пользуюсь я только вот этим красным, потому что я от него балдею. Тоже двухсторонние, с одной стороны кисть, с другой стороны карандаш. Карандаш клевый, вот этот цвет бесподобный, он подходит под все мои красные помады, неважно какого они оттенка, он все равно делает губы очень красивыми. Помады красные, яркие помады, все ложатся шикарно на губы. А вот Гарденья, смотрите, у него есть рыжинка, то есть я бы хотела более нюдовый цвет, а он в рыжинку идет немножко, и вот на руке он хорошо скользит, на губах не очень. И если на губы наносить, то сначала тон нанести на губы, а потом сверху карандаш. Тон — это тональную основу, а потом сверху карандаш. Кстати, у меня почему-то бам-бам-бам, где-то точилочку брала, вот она, точилка, он у меня уже затупился, хочу вам показать его, как он точится классно. Смотрите, нашей точилкой идет шикарная заточка, можно тоненько рисовать, можно толсто. Так, и третий — это розовый, он так и называется, роза. Вот он, роза, и тоже на губах он очень красивый цвет, но на губах он тоже не так активно рисует, как красный мак, он так и называется, мак. Маковый очень круто на губах, а этот немножечко не такой, как бы хотелось, то есть мне не хватает вот этой вот легкости нанесения в этих вот двух оттенках, но возможно просто это мои губы так воспринимают, у кого-то другого, да, будет по-другому. Помада Giordani Gold, как обнаружилось, у меня все оттенки в таком дизайне из старой коллекции, а сейчас вышла новая коллекция, ну по крайней мере все четыре, которые у меня есть из прошлой коллекции, я их все обожаю, и мне нравится очень упаковка. Посмотрите, этой помаде достаточно уже много времени, то есть она у меня точно уже больше года,
и она просто в идеальном состоянии. Посмотрите, футляр не зашарпывается, ни царапки на нем, ничего, ни потертостей. То есть хороший, очень качественный дизайн, который приятно демонстрирует. То есть подкрашивать губы становится мега приятным занятием. Поэтому рекомендую выбрать себе оттенок, при том, что эти помады настолько хорошо лежат на губах, что их хочется вот просто красить и красить постоянно. Так, что у нас дальше? Так, я вам пропустила вот эту страничку, не заметила, что здесь скидки, и здесь не заметила, поэтому сейчас расскажу по памяти, что хотела рассказать. Конечно, вау, вот этот стойкий карандаш-подводка, который хотят у нас снять с производства, а это один из лучших продуктов Oriflame, может быть, придумают что-то лучше. Другой, слишком толстый для меня стержень, поэтому да, я его брала, он крутой, классный, но им рисовать только ретро-стрелки, такие толстенькие, такие интересные, но я больше люблю тонкую длинную стрелку. Роскошная тушь ультраудлиняющая, как это ее снимают с производства, я поверить не могу, это потрясающая тушь. Гель-кондиционер снимают с производства, ну все, я отказываюсь вообще сотрудничать, что это происходит? Атас, катастрофа. Это, вот затарьтесь этой штукой, если есть возможность. Вот он настолько быстро дает реабилитацию ресничкам. То есть если вы, например, делали наращивание, сняли ресницы, у вас осталось там три палки вместо нормальных роскошных ресниц, то вот этот продукт он быстро восстанавливает, они такие густые, пушистые становятся, и темненькие, и не так сыпятся, ну просто супер. Так, а здесь у нас, а это не убирают, вот со скидкой у нас, и тоже убирают. Так, окей, посмотрим. Белый лак для французского маникюра, переживу, ладно. Так, такой продукт я не брала, это лак для французского маникюра, а вот закрепляющее покрытие сушка — это удар ниже пояса. Как я без него жить буду? Придется брать даже за такую высокую цену, хотя я обычно стараюсь взять его подешевле со скидкой, но без этого продукта жить я точно не могу, потому что я такая торопышка, мне надо быстро накрасить ногти и быстро убежать, и вот такой вот два слоя толстого лака сохнут очень долго, а с этой сушкой буквально за минуту, и все готово. Так, новинка, стик для макияжа. Смотрите, у нас будет хайлайтер, бронзер, румяна и средства для контуринга, и все это в разных вот футлярчиках. То есть я так понимаю, что надо купить все четыре, ну это по желанию, конечно, и ими сделать полный макияж. То есть и тени, и румяна можно сделать, и губы подкрасить, и все что угодно абсолютно можно делать этими средствами. И я так подозреваю, что можно этими же румянами сделать полный макияж, как я делаю со стиком Giordani, сделать и тени, и румяна, и губы нанести, и будет все это очень красиво даже смотреться. Здоровская новинка, я обожаю такие стики, они забавные, они прикольные, с ними легко работать, и они какие-то вот, знаете, ну вот, не знаю, как сказать, ну современные такие, что ли, ну очень классный продукт. Далее, увлажняющая тональная основа Aqua Boost. Я хочу сказать, что это один из моих любимых продуктов Oriflame. Сейчас покажу где-то вот тут, давайте глянем, капельку выдавлю. Так, оттенок, который я сейчас вам буду демонстрировать, это Light Ivory, слоновая кость, его код, не вижу код, где-то он должен тут мелькнуть, ну окей. Самое главное, что я сказала, что это слоновая кость, а вот код 33158. Это второй сверху, вот такой вот оттеночек у нас, слоновая кость, он, видите, достаточно темный, но мы ее растаскиваем, основу, и она уже не будет такой темной, она подстроится под кожу, она очень хорошо увлажняет, питает, не забивает, абсолютно не забивает поры, потому что у меня-то проблема, у меня есть тональная основа, которая настолько мои поры выделяет, что я в ужасе, я не могу выходить с таким лицом, а это мне нравится. Но смотрите, она очень темная, и так как у меня легкий совсем загар невесомый, да, для меня она темноватая, конечно, ну ничего страшного. Так, далее, что у меня есть? Ба-бам-бам-бам. Так, палитра маскирующих средств. Шикарная палитра. Я использую розовенькую, получается, наношу ее
новинку, которая находится в углублении во внутреннем уголке глаза, и чуть-чуть растаскиваю вниз. Очень нравится плотное покрытие, сразу перекрывает всю синеву. Вот этим вот коричневым таким желтизной я перекрываю пигментные пятнышки, а пудрой я не пользуюсь. Для меня это лишний тут продукт, не знаю, мне она не нужна в этой палетке. Но палетка очень классная. Если вы ищете хорошее плотное такое средство, то это то, что вам нужно. Далее у нас ультрастойкая корректирующая тональная основа, стойкая и стойкая матирующая. То есть стойкая подойдет для тех, кто любит, чтобы был макияж долго держался, у кого жирная кожа, кому нужно выглядеть максимально круто, и чтобы на одежде минимум следов оставалось. Ну, это, конечно, здорово, особенно когда вот мы носим пуховики, курточки с высоким воротом, и все это затирается тоналкой, то это, конечно, выглядит некрасиво. Кстати, скажу вам лайфхак, как я избавляюсь от тоналки. У меня пуховик светлый зимний, и у него как раз высокий капюшон, и он как стойка идет, то есть он хорошо закрывает горло и как раз скулы. Я пользуюсь меланиновыми губками. Погуглите, если вы не слышали про такой продукт. Это такие маленькие белые губочки, их надо просто мочить водой, и я протираю пуховик, и становится все идеально того же цвета, который мне и нужен. Так, далее у нас стойкие, где название, скажите мне. Тени карандаш у меня есть один оттенок, вот он такой хрусталик, у меня он немножко тут смазался. Ой, кот бежит, я думаю, кто там ходит. Ну, он такой красивый, посмотрите, какой оттенок классный. Он весь переливается, он идет как шикарная основа под тени. Я им рисую стрелочки, я им подвожу уголочки глаз, это так красиво. Можно даже как хайлайтером пользоваться, потому что вы видите, оно все сияет. И можно этот один карандашик использовать вообще везде, и под бровью капельку положить. Он мне очень нравится. Далее, здесь у нас что еще? Стойкие тени, карандаш, двухсторонняя кисть. А почему-то стоит еще какой-то продукт. А, праймер для век. Да, праймер обязательно. Обязательно под сухие тени. Я не знаю, зачем его соединили с этими тенями, потому что для них праймер не нужен. Он идет под сухие тени, но он просто невероятно классно фиксирует тени и дает возможность тушевать. Очень хорошую тушевку. Карандашики у меня есть аж три оттенка: черный, коричневый и натуральный. Не знаю, почему у меня оказалось два коричневых, один Giordani, один в серии The One, но как получилось, видно, я со страху заказывала всего-всего. Так, где будем рисовать? Давайте вот здесь. Черный, коричневый и самый светлый. Какие они классные, видите, я вот прям сильно давлю, нет мазни, грифель не отваливается, они стойкие. Сейчас вот они подсохнут, я вот так начну тереть, он не течет, он, да, может чуть-чуть так растереться, но ни разу не было, чтобы у меня поплыл макияж, что-то съехало. Очень классные карандашики, я рекомендую их использовать, потому что ими легко нарисовать стрелку, то есть они ни капельки не уступают серии Giordani Gold. Пинцет, вот этот пинцет лучший в моей жизни. Вот сколько лет я пользуюсь пинцетами, лучшего я не встречала. Он такой деликатный, смотрите, он хватает и вынимает, хватает, крепко держит волосики и вынимает их с корешком, с луковичкой, и не больно, и не обламывает. Это самый лучший пинцет, запомните и скажите всем. Девчонки, он может быть невзрачный, но, кстати, мне нравится вот эта волна, мне нравится то, что у него предусмотрен вот этот наконечник, который хорошо закрывает кончики, чтобы они не тупились, не загибались, не ломались. Я его просто обожаю, не встречала лучшего, и за 99 рублей это же просто фантастика. У нас есть еще классные щипчики для завивки ресничек, тоже хорошие, клевые, они им уже 100 лет, моим щипчикам, и они, видите, в каком хорошем состоянии. Я не часто ими пользуюсь, но иногда пользуюсь, и мне они очень нравятся. По тушам пробежимся быстренько, по тушам покажу мою любимую XXL 5 в одном. Мне нравится термосмываемая лохматая, у меня есть кисточка из красненькой термосмываемой, просто кисточку покажу, тушью уже не пользуюсь.
Посмотрите, какая она маленькая. Почему я вам ее показываю, чтобы вы понимали, когда вам придет эта тушь, у нее малюсенькая кисточка, как от шурупа, да, вот головку от шурупа откусили и сделали такую спиральку. Вот, если вы любите такие, то возьмите красную. Если вы любите пушистые, то берите вот эту. Эффект одинаковый, то есть они будут смываться сильно теплой водой с глаз, как одежда будут сниматься, и та и другая классная. Просто выберите себе кисточку удобную. Так, про помады в двух словах. У меня есть жидкая матовая, но я не взяла, пропустила. У меня классический красный, обалденный цвет. Когда я им крашусь, вы всегда пишите мне в комментариях, что за помада, или в личку, то есть все в восторге. Далее, Азе бальзам мне вообще не понравился. Первое впечатление было приятное, но несколько раз я попользовалась, аромат для меня слишком навязчивым показался, во рту горчит от него немножечко, неприятное ощущение, не нравится, как лежит на губах, но я знаю, что многим он нравится, особенно взрослым женщинам, у кого губы уже немного потеряли упругость и объем, и помада уже не так гладко ложится, для них этот классный вариант. Многие девочки писали, ну девочки, наверное, я так понимаю, взрослые уже, и говорили мне, что это крутой продукт, поэтому это чисто мое мнение, что мне не подошло, но это не значит, что продукт плохой, поверьте мне, абсолютно не значит. Так, далее, губная помада 5 в 1 с глянцевым финишем, роскошная помада. Посмотрите на канале, у меня есть обзор, где я тестирую все эти помады отдельно, прям по названию найдете, посмотрите, чтобы было проще выбрать. Далее, блески для губ, да, я люблю эти блески, но я сразу скажу, здесь написано, что это не липкая текстура, для меня липкая, на губах комфортно, все хорошо, но текстура липкая, я не знаю, почему написали, что она не липкая. Вот я наношу, и вот оно прилипает, видите, он тянется. И я не скажу, что это плохо, но зачем заявлять, что она не липкая, если она липкая. Вот, помада, конечно, потрясающая. У меня два оттенка, а я их настолько люблю, что постоянно ими крашусь, особенно вот этой, ее видно, что она у меня практически уже заканчивается, и когда она у меня закончится, я просто закажу новую, потому что она крутая, очень крутая. Прям берите смело, если любите такие вот блески, они тут все разные, сияющие, мерцающие, глянцевые, все очень хорошенькие. А вот губная помада с эффектом сияния, это просто бомба, вот просто бомба, особенно сейчас, лето, пока еще солнце яркое, загар, девчонки, это самые красивые губы, все хотят на них смотреть, целовать, и они так увлекают и манят, просто бомба. Так, что еще вам рассказать? Я люблю вот это укрепляющее покрытие. Я не поняла корректор, то есть он у меня есть, но сказать, что я в нем так бы нуждалась, вы видите, он у меня практически полный, ну раз 3-4 я им попользовалась за практически год, наверное, у меня этот продукт, вообще как бы я могла жить без него. Так, пилка для ногтей четырехсторонняя, у меня еще, кстати, в старом дизайне, она очень долго служит, учитывая, что я сама делаю маникюр, педикюр и пользуюсь этой пилкой постоянно, она у меня уже очень давно, она классная, прям вот рекомендую, очень хорошая цена, долго прослужит и высокое качество. Так, лак гель, гель-лак наш, это оттенок страстный алый и финишное покрытие, использовать нужно только при дневном свете, то есть при искусственном освещении он просто не высохнет, как бы вы ни старались, не дышали на него и не подносили близко к лампочке, эффект будет нулевой. У меня не прослужил 11 дней, у меня держался максимум 3 дня маникюр, при том, что я его берегла, отзывов было море, кому-то вообще не понравилось, кому-то очень понравилось, у кого-то больше 11 дней продержалось. Девчонки, все очень индивидуально, очень много зависит от ногтей, у меня ногти капризные, у меня в принципе любые лаки плохо держатся, поэтому надо пробовать. Так, что нас ждет дальше? Шикарные кисти от Oriflame, все кисти люблю, вот все нужны, и кистей много не бывает, я считаю, что это очень классный продукт. Серия On Color я очень плохо знаю, я практически ничем не пользовалась, я дегустировала, многие продукты есть у меня на канале, можно посмотреть.
Но личного впечатления нет, потому что все-таки личное впечатление правильное складывается, когда уже пользуешься какое-то время продуктом, потому что первое впечатление может быть очень даже обманчивое, что касается вот продукции. Так, один из лучших продуктов, аксессуаров, которые выпустила Oriflame, это платок с анималистической зеброй. А вот он у нас здесь большой, а здесь зебра, и вот эта вся абстракция, это что-то вообще невероятное. Во-первых, он по качеству классный, просто классный, это он такой шелковый, плотный, из него можно делать платье, он весь красивый со всех сторон, это будет на шее смотреться, конечно, круто, круто. Сейчас придет весна, я одену его под черное пальто, и это будет бомба. Представьте, как это красиво. И под плащ его можно как угодно носить. Дальше, что я еще вам хочу расхвалить, пока коллекция не ушла. Пока коллекция не ушла. А где, кстати, мои листики? Дальше. Листики взяла, очень понравились, но они тяжеленькие. То есть, если вы любите легкие серьги, то эти вам не подойдут, они тяжеловатенькие. А вот эту сумку, вот честное слово, вот я в нее влюбилась с первого взгляда, и я с ней без скиду хожу, смотрите, она у меня как новая, просто я ее по дому таскаю, на улице. Почему по дому? Потому что чтобы телефон был при мне, то есть я что-то готовлю, телефон тут лежит, или там я бегаю с этажа на этаж, а в одежде нет карманов, куда телефон, каждый раз его бандуру это в руках таскать, ну не очень комфортно. Поэтому одели, и классно. Во-первых, ремешок очень удобный, то что он затягивается даже на тонкую талию, и можно его и растянуть побольше, ну очень круто, и на ощупь приятно, и внутри вся приятная, ну супер просто, это лучшая напоясная сумочка. Так, что еще? Спонж коньяку брала, нравится, но пока не повторяю, хотя хотелось бы. Шикарные средства по уходу за лицом, целые коллекции Eco Beauty, Novage, мои любимые все, сейчас вам покажу мой любимый крем, где-то я его прихватила, вот он, коллаген, как я его люблю, это самый мой любимый продукт в Oriflame, реально помогает от морщинок, от отеков, выглядит кожа супер. Я, конечно, пользуюсь полным комплексом, и можно, кстати, что-то, да, менять, например, взять то один крем, то другой, все в этих комплексах, все взаимозаменяемо. Шикарный крем для декольте, вот он классный, он такой как гель, смотрите, он такой гелевый, такой приятный. Я, конечно, понимаю, что за шеей нужен особо тщательный уход, потому что признаки старения появляются так рано, а так не хочется, вообще не хочется стареть. Потрясающие капсулы, которые интенсивную подтяжку лица делают, надо пользоваться каждый день, вот проделать курс и потом отдохнуть, потом опять взять курс. 40 плюс, если вам уже есть, пользуйтесь смело. Роскошные кремики, вот люблю крем Optimals, он дешевенький, он всегда, смотрите, всего 299 рублей такая баночка, но он так круто снимает воспаление, проверено 100%. Вот проснулись утром как китайская женщина, да, если вы русская, проснулись как китайская, то есть глазки, щелки, отек на глазах, да, глаза заспанные, красненькие, вот нанесите этот крем на кожу вокруг глаз, и будет вам счастье, это вообще класс, просто класс. Отек снимается моментально, ну фантастика просто. Так, двигаемся дальше. Тут у нас серия Optimals для лица, кстати, появилась недавно сменная насадка спонж для нанесения макияжа на наш Skin Pro Sonic 3 в 1. Напишите, кто пользовался спонжиком этим, мне так интересно, вот действительно ли он так классно наносит тон. Вот просто интересно, если классно, я, может быть, ее тоже бы купила. Так, это серия Pure Skin для молодой кожи, когда начинаются первые проблемки. То есть здесь, видите, написано прям для всех возрастов. То есть если вашему ребенку 10, 11, 12 лет, а уже полезли прыщики, черные точки, можно использовать.
Солнцезащитная серия — хит сезона, лето, жара, всех загораем, все хотим быть красивыми. Я мало загораю, сразу признаюсь, я считаю, что нет необходимости быть черной, потому что я знаю, как это вредит коже. Но легенький загар я получила, я специально, я загорала по утрам по часику, все по будильнику, прям только я не перебарщивала, все с кремами, все очень деликатно, потом смывала, все наносила уже охлаждающий крем, все супер. Не хотите загорать — возьмите автозагар, вообще потрясающе. Я всю зиму таким пользуюсь, как какая-то вечеринка, праздник, надо что-то одеть более открытое, а кожа синенькая, я просто пользуюсь спреем и выгляжу шикарно, потому что он не полосит, не рыжит и делает все очень круто. Ой, мой любимый wellness коктейль, обожаю шоколадный и ванильный. Обратите внимание, нутрикомплекс для волос и ногтей с огромной скидкой, затаривайте, сразу 3 пачки берите на курс, чтобы пропить курс, и действительно результат есть. Пребиотик, к сожалению, без скидки, я бы взяла бы несколько баночек, потому что мы пьем, нам нравится, есть хорошие результаты. И снова пошли ароматы. Вы знаете, об ароматах можно говорить бесконечно, но вы сами пока не попробуете, вы не поймете, нравится вам аромат или нет. Смотрите, как я их взяла правильно. Friends Word. Неправильно взяла, вот так. Вот, 2 аромата, оба классные. Если этот первый более такой сладенький, с персиком, с ванилью, то второй более дождливый, с прохладной, очень приятный, с гуавой. И я их очень люблю, эти ароматы. И тот, и другой мне доставляют удовольствие. Далее. Ой, как много ароматов. Берите пробники, вот не стесняйтесь, заказывайте пробники, потому что они, вот ароматы нужно носить на себе, чтобы распробовать. Вот неожиданно Infinity стал моим одним из любимых ароматов. Просто это такой вкусный аромат. Я делала обзор на своем канале, посмотрите, я рассказала, что я чувствую, когда я вдыхаю этот аромат. У меня, конечно, зашкаливают просто эмоции, как я его люблю. Так, далее. Full Moon ароматы парные. Кстати, я не донесла до вас коробочку, хотя да, приготовила, но где-то оставила по дороге. У меня есть аромат Full Moon. Также хочу сказать, что он женственный, цветочный такой, нежненький, персик, по-моему, входит. Да, есть персик, орхидея. Приятный, очень приятный. По стойкости нет, я не могу сказать, что он мега стойкий, но часа 3 он на коже держится. То есть сначала он очень яркий, выразительный, потом становится мягче, мягче, нежнее и оставляет приятное послевкусие после себя. Так, а здесь что у нас? Что так много всего написано. Так, туалетная вода Signature. Вкусный аромат. Я его знаю, потому что я Мише такой раньше заказывала. Мы уже пробовали. Он древесно-фруктовый. Груша. Слушайте, классный аромат. Я вот его забыла, сейчас вот нюхаю и понимаю, что мне он нравится. А я почему-то про него даже забыла. Хорошо, что он здесь крупным планом. Очень популярный аромат Soul Focus. Friends Word. Приятный такой, свеженький, гурманский. Аскендант. Интересный, своеобразный, он восточный, поэтому может не всем понравится, тоже нужно пробовать. Кстати, есть странички ароматические, если у вас есть каталог, то это выход. Нет пробников, но хотя бы трите странички, изучайте аромат. Так, что знаю, рассказываю. Ухаживаем за мужчинами, за своими, комплексно, просто сразу раз, и они у нас красавцы. Диффузор показываю. Вот смотрите, этому диффузору сколько получается, 4 недели, месяц, и он уже наполовину полон или наполовину пуст, да? Я вставила сразу 5 палочек. Я люблю, когда аромат слышно, но это слишком жирно, надо вынимать. Но я их иногда вынимаю, раскладываю по разным комнатам. Сейчас я его поставила в ванную, и вот ко мне зашла подруга и сразу такая: чем пахнет, чем так вкусно пахнет? И я говорю: вот. Она: закажи. Вот отдала ей буквально 2 дня назад, она в таком восторге. Очень приятный аромат, супер просто. Роскошная серия мед и молоко, и я вам покажу скраб. Прихватила с собой скраб, не взяла шампунь с кондиционером из ванной, сейчас как раз пользуемся таким кондиционером.
А вот скраб покажу, потому что я от него просто балдею. Смотрите, тут прям сахарок. Он выглядит как мед. Вот, смотрите, каплю выдавливаю, видно? Это же мед, настоящий мед. Очень вкусный, ароматный скраб. Он очень хорошо пеленгует. Он просто сам по себе такой приятный в использовании. Я его беру уже много лет, постоянно. Вот он заканчивается, мне надо, чтобы уже был новый. У меня сразу открыто три скраба, если вы хотите знать сейчас, и я ими всеми поочередно пользуюсь. Так, увлажняющий шампунь для блеска, я лично беру его иногда, потому что мне он нравится, но я всегда чередую, я то один шампунь, то другой, и мне он очень нравится. Шикарная краска для волос. Кстати, мой оттенок 9.0 светло-русый. На моих волосах он раскрывается как медовый, такой в рыжинку идет. Вот кончики вам покажу, если видно, но вы меня хорошо знаете уже. То есть он на моих волосах, мне кажется, совсем другой, нежели на коробочке. Так, масло для ванны расслабляющее, я его также добавляю в ножную ванночку, когда делаю педикюр, тоже классно. Очень хорошее масло, серия Schwedisch Spa, она, конечно, меня просто в восторг вводит, в полный восторг. Смотрите, опять часики. Подушечки для обуви уходят, гелевые подушечки для задников. А нет, не уходят, или уходят, все непонятно. Одни часики стоят здесь, и они ко всем относятся или нет, продуктам? Ну окей, что? А, ладно, это можем пережить. Серия для дезодорирования, для ног у нас по акциям идет, у меня крем с тыквой, мне нравится, но почему-то он мне пахнет апельсином. Смотрите, он очень густой, такой прям густой, жирненький. Я его на ночь наношу, кстати, бывает и на руки даже, потому что очень нравится, как пахнет, и мне нравится, что он такой густой и жирненький. А руки я люблю питать, у меня очень тонкая кожа, и если я не буду о ней заботиться так тщательно, то она у меня просто постареет моментально. Я не хочу такого, я хочу долго еще радоваться своему отражению в зеркале. Надеюсь, вы тоже такого же мнения. Итак, что у нас здесь? Скраб. Ой, кстати, у меня такой скраб был, очень хороший. Ночной увлажняющий крем я не пробовала. А здесь у нас дезодорант освежающий. Естественно, кто его не знает, это один из любимых продуктов у всех, наверное. И тоже крем антиперспирант. Я дезики обожаю. Зубная паста. Ну, кстати, 149 рублей, а щетка всего 79. А почему? Потому что если вы заказываете пасту, то на щетку супер скидка. Ну хорошо, если делаете заказ в паре. Детская серия, боже мой, какое чудо, вот эта вот детская серия. Я поставила в ванную, я забыла дочке сказать про эту серию, а потом сказала, говорю: ой, Лерочка, у нас там новая серия детская, пользуйся. Она: мам, я пользуюсь, я в восторге. Я говорю: да ты что, да, пользуется, прям чувствуется, маслица уходит. У нее тоже кожа сухая на теле, она пользуется активно. Масло супер, а смотрите, какой бальзамчик. Да, он прям тут тает, какой он клевый, он как суфле. Он тает просто, вот он раз и растаял. Ой, какой он клевый. Рекомендую, безопасно и прекрасно для детей. И маслица, давайте посмотрим, капельку капну куда-нибудь вот сюда. Оп. И капелька маслица, смотрите, стоит капелька-то, оп, тоже впитывается хорошо, очень хорошо увлажняет. И можно использовать не только для детей, для взрослых, и у кого кожа чувствительная, кто любит, чтобы было мягенько и нежненько, берите детскую серию, самое то, что нужно. А красиво как сделано, короче, у меня восторг от этой серии. Так, и кстати, любые средства за 999 рублей, три штуки, то есть три любых берете, цена, естественно, другая. Вау, так и хочется сказать, наконец-то новенькое для детей. Хотелось бы, чтобы для детей было много нового, можно и игрушки, можно и памперсы нам, да, девчонки, чтобы прям мы бы все закупали тут для детей. Ну вот у меня детка уже большая. Ой, как вкусно пахнет. Король Лев, очень красиво. Дальше, я даже такой мультик-то и не помню, это называется мини маппеты. Ну вот, бывает же такое, давайте понюхаем, красиво.
Ой, как вкусно! Здесь у нас зубная паста и мыло, а здесь у нас шампунь для волос и тела и мыло, то есть и то все нужное деткам. Так, а здесь у нас что? Новинка. А почему новинка? Мне кажется, я такое уже видела. Я ошибаюсь или нет? Пляжи Калифорнии. У меня уже просто настолько много у нас Discovery серия, что я уже путаюсь, что было, а чего не было. Так, какие выгодные предложения? Нет, можно по отдельности брать, цена будет все равно та же. Шикарная массажная перчатка. Берите две, потому что две сразу одеваете на руки и начинаете себя пилинговать. Роскошная щетка. Щетку в каждый дом. Она крутая, очень крутая. Гель Камчатка, неизведанная Камчатка, 400 мл за 159 рублей. Да потрясающий каталог. Слушайте, меня прям все это радует больше и больше. Так, что у нас здесь интересненького? Крема для душа, гели для душа, отшелушивающие гели, вот мой любимый, чтобы вы знали, дыня и кокос, обожаю просто. Шампуни разные, я обожаю вот этот с кокосом. Сейчас мы пользуемся, открыла крапиву и лимон, кстати, супер какой шампунь. Но я их использую вот из этой серии в основном для первого мытья. Второй раз я мою уже или Hair X, или Элио, да, что-то более дорогое, уже ухаживающее. А первый раз, чтобы смыть грязь, жир, я использую такие вот дешевые простенькие шампуни. Ну, кстати, смотрите, он такой концентрированный. Он недорогой, но посмотрите, какой концентрированный. Его каплю просто надо на мои волосы. Я прям капельку капаю, взбиваю с водой пену, переношу на волосы и чисто. Новое маслице. Авокадо у нас уже было, мы его хорошо знаем, любим. Он за волосами шикарно дает уход. А что сделает для нас масло сладкого миндаля? Ухаживает за кожей, за волосами, за ногтями, защищает, успокаивает благодаря витаминам А, В и Е. Ну, масло миндаля-то оно известное, что оно классное уходовое средство. Жидкое мыло, 300 мл объем, олива и фруктовое. То есть наоборот, фруктовое и олива. Олива с алоэ. Тальки. Очень нужная вещь. Особенно у кого, например, излишняя полнота или потливость, это очень круто. Кожа просто шелковая, гладенькая и долго не потеет. Кстати, не пробовала серию апельсин и абрикос, не пробовала, не знаю, знаю, что пахнет вкусно, но не знаю. Очень нравится серия с кокосом и алоэ, вот у нас вот такая маска скраб. Мне больше нравится использовать как скраб, я люблю быстро, но и как маска супер дает увлажнение и при этом чистит кожу. Так, дальше крем для рук. А у меня такой или нет? Да, да, вот у меня точно такой же, видите, я сейчас им пользуюсь. У меня этот крем стоит на кухне, я как раз сейчас на первом этаже на кухне, поэтому я его взяла. Он густой, смотрите, но он при этом хорошо впитывается, шикарно питает кожу. Я после готовки наношу сразу жирненько его, он не оставляет липкости, не оставляет, он очень классный, прям балдею от этого крема. Крем алоэ, ой, с кокосом, люблю, забыла вам взять, потому что у меня наверху есть и то и другое. Чистящий, очищающий гель тоже взяла, использую, но он не антисептик, он просто очищающий. Тут всего до 30% спирта, где-то 28-29. Смягчашечки шикарные, очень их люблю, все разные, все очень вкусные. С гранатом, с клюквой, с черной смородиной, такой выбор, надо просто все брать, потому что они все очень классные. 15 мл достаточно быстро закончится. Так, и в завершении у нас немножечко продукции серии On Color. Это два стика, покажу. Розовенький, так, где наносить будем? Вот тут давайте, розовый для губ, он так и называется, розовый, по-моему, и синий. И синий для глаз. Синий, прям густой синий, насыщенный цвет. И у меня есть нюд и шоколад. Нюд для губ. Вот он, нюд для губ, а шоколад для глаз. Вот такой вот шоколадный яркий коричневый оттенок. Так, что еще сказать про помады?
настолько супер благодарность. То есть если со стиком у меня немножечко недопонимание идет в плане, как их поточить, потому что у меня почему-то точилка вот наша Oriflame, давайте я вам покажу на примере вот синего, она у меня почему-то не справляется, видите, ломает. Мне девчонки рекомендовали другие точилки посмотреть, но это же не выход, я хочу наши. То есть вот у меня недопонимание идет, таким же невозможно пользоваться, поэтому не пользуюсь, бросила, лежит. А вот помада — это огонь, огонь просто, как я полюбила эту помаду. Мой оттенок 38776, теплый ореховый, вот он, смотрите, вот такой и вот такой вот он, просто очень классный цвет. Помада на губах лежит бесподобно, я не ожидала, я чисто случайно взяла себе цвет, просто не помню даже, как-то получилось, что с большой скидкой, я думаю, ну попробую, и влюбилась просто раз и навсегда. Это что-то невероятное. У меня есть клиенты, которые берут 10 таких оттенков, 6-7, то есть очень много. Роскошные палетки с тенями для век, очень красивые цвета подобраны, что вот можно такие классные мейки делать, даже не имея опыта, просто вот замесы делать, разных переходов от светлого к темному, градиент делать, растяжку тушевать, это так красиво. Жидкая подводка для глаз, мне кисточка не показалась удобной, я не знаю, кто пробовал, скажите, я не смогла ей пользоваться. Тушь такую я не пробовала, мне кисточка такая не очень нравится. А вот мыло, мыла, это просто вау, за 55 рублей шикарное предложение. Я очень рекомендую вам попробовать, если вы никогда еще не брали, хотя бы один кусочек, насладитесь, например, кокосы, дыня или ананасы, маракуйя, или отшелушивающий с клубникой, это же вот у меня сейчас такое заканчивается, там прям уже такой вот маленький остался, классное мыло, а с оливой, ну просто фантастика. Слушайте, что я хочу сказать, классный каталог, я вот сейчас с вами его посмотрела, я понимаю, что он просто обалденный, огромные скидки, классные предложения. Ну ребят, дело у нас не в проворот, надо успеть каталоги показать клиентам, вдохновить их, сделать закладочки, то есть начинаем работу уже сейчас, не ждем, когда каталог начнется, мы уже в конце 10-го каталога должны запустить волну вот эту с новым каталогом и вдохновить клиентов, чтобы они случайно не купили что-то в магазине, да, и не нарвались на подделку или нежелаемый продукт. Рассказывайте, делитесь впечатлениями, покажите, что Oriflame — это круто, это очень качественно, это безопасно, и важно подобрать для себя свои продукты. Из 1500 наименований всегда найдется что выбрать. Я вас благодарю за внимание, вы просто мега крутые, кто досмотрел до конца, вам просто 5 с плюсом, у вас точно будет в премьер-клуб, обязательно выводите в премьер-клуб. Я вам всем желаю успехов, карьерного роста, много заказов, высоких заработков, доходов и просто счастливого классного настроения. С вами была Лилия Донского, до новых встреч, пока-пока.